Всем привет, друзья, доброе утро, с вами я, Компот, и сегодня утро, правда, какое-то темное и странное утро. Почему свет мне в окна не бьет? Это что такое, вообще не понял. Так, друзья, это что? Так, стоп, погодите. Это еще, черт возьми, что такое? Это что, эй, слышишь? Это вы что построили рядом с моим домом? Эй, вы что, офигели, что ли? Вообще-то это моя территория. Эй, чувак, ты чё тут построил? О, это священный памятник богу палки, священной палки. Какой ещё к чёрту священной палки? Вы понимаете, вы нарушаете закон, вы не имеете права загораживать мне вид из окна, это во-первых. А во-вторых, когда я покупал этот дом, там было написано, что от моего дома ещё 4 блока, это тоже моя территория. То есть ещё 4 блока в длину от моего дома, это тоже моя территория. Я тут хотел построить огород, я тут хотел что-нибудь построить красивенько, заборчик поставить, а вы тут построили свою непонятную статую. А ну-ка давайте убирайте, не портите мне утро. Нет, ты что, мы никогда не уберем статую боги палок, иначе нас покарает палка. Ты вообще себя слышишь, что ты говоришь такое? А, ё-моё, друзья, он, видимо, чокнутый, надо сходить к мэру и решить эти вопросы с ним, потому что, ну, я думаю, что мэр примет более взвешенные решения. Смотрите, чисто какой-то непонятный памятник, тут цветочки они посадили, поставили памятник богу палки. Друзья, ну, естественно, никакого бога палки не существует. Это вообще абсурдно. Единственный бог, который существует, это бог ночь. Но и то его вроде убрали в некоторых версиях Майнкрафта. И смотрите, вот чисто у меня теперь дома ужасно темно из-за этого памятника. Он просто загораживает мне вид, и ко мне не попадают домой солнечные лучи. Это очень-очень плохо. Так, все, друзья, я пошел до мэра. Так, сейчас, в принципе, еще не вечер. Да, нормально, мэра на своем месте. Теперь надо... О, здравствуйте, стойте, не уходите. Я как раз к вам. У меня такая проблема. Возле моего дома, меня зовут Ром, я живу вот там, вот где кузница. Возле моего дома построили непонятный памятник какому-то богу палки. Вы понимаете это, да? Вам, наверное, тоже смешно. Ну вот, я вас прошу, уберите его, пожалуйста, потому что он мне мешает смотреть из окна, и, в принципе, у меня дома очень темно из-за него. Не смей так говорить про священного богу палки. Я дал команду, чтобы этот памятник богу палки построили, и никто его сносить не смеет. А тот, кто снесет, те его покарают. Да и вы туда же, ё-моё, вы серьезно, что ли, жители? Ну нельзя же так сильно тупить, как вы это делаете. Не существует никакого бога палки. Хорошо, окей, мне бы было абсолютно все равно на этого бога палки, и было бы все равно на этот памятник, верьте в что хотите, хоть, не знаю, там, в книжную полку. Главное, чтобы вы не мешали мне, а в данный момент вы мешаете мне. Вообще, как вам пришла идея построить столь тупой памятник? О, вчера наш житель шел, он шел по лесу, наступил на палку и заноза вбилась ему в ногу. Она очень сильно болела, и это, скорее всего, сделал бог палки. И мы решили построить ему памятник, чтобы он больше никогда не причинал боль нашим жителям. Вы серьезно? А если я, допустим, сейчас пойду, наступлю там на траву и что-то со мной случится, вы что, тоже памятник богу траве построите? Это бред какой-то. Это абсурдно. Я требую убрать этот памятник. Хорошо. Хорошо. Если ты хочешь, чтобы мы убрали этот памятник, ты должен взять книжку и подписать хотя бы, ну, 10 подписей, собрать людей. Если 10 человек, хотя бы 10 человек будут за то, что... Ладно, хорошо, я сделаю даже тебе скидку. Хотя бы 5 человек будут за то, чтобы снесли этот памятник, то тогда мы его сносим. 5 человек, да вообще просто, проще простого, друзья. Тут столько у нас людей в деревне жителей, я просто не знаю, ой, это что это такое? Посмотрите на него, какой он страшный. Так, ладно, давайте зайдем. У меня где-то была книжечка, и черт, надо взять в библиотеке какой-нибудь пустой блокнотик и подходить жителей. Я уверен, что кто-то да мне и поможет. Так, друзья, вот я взял книжечку, давайте теперь будем подходить жителям. Так, ну этот житель чокнутый, он ни за что ничего не подпишет. Ё-моё, смотрите, они даже уже в белые костюмы наряжаются, чтобы, не знаю, памятник поразглашать. К ним я подходить не буду. Вот давайте к нему подойдем. А, привет, слушай, можешь мне, пожалуйста, помочь? Возле моего дома построили какой-то памятник богу палки. Подпиши, пожалуйста, петицию о его сносе. Ты что, с ума сошел? Тебя покарает бог палки. Иди отсюда. Какой же ты злой все-таки. Ё-моё, друзья, мне что-то кажется, что мне уже никто не поможет. Так, окей. Мне нужно собрать подпись хотя бы с 5 жителей. Давай у тебя спросим. Эй, чувак, здорово. Слушай, можешь мне помочь? Подпиши, пожалуйста, петицию о сносе вон того памятника. Если это памятник богу палки, я ничего подписывать не буду, ведь он могущественный. Так, понятно. И ты туда же хорошо. Окей, ладно, без проблем. Я, в принципе, не против. Кому бы еще подойти?
подойти, не знаю. Ну, давай, хорошо. Нет, у тебя был уже, у тебя был. Вот давайте к вам. А, ребят, скажите, пожалуйста, можете подписать петицию о сносе вот того памятника, который мне мешает? Нет, ни за что, катись отсюда. Все, друзья, понятно, мне никто не поможет. Из этих жителей мне все отказали, я могу просто вот так вот сделать бульк, просто вот так вот книжечку выбросить, да и все. Короче, друзья, никто мне не поможет со сносом этого памятника, никто его сносить не будет, и у меня есть идея. Раз эти жители против меня, я буду против них. Сегодня ночью я пойду и снесу этот памятник. Сейчас, ну, еще далеко не ночь, но солнце потихоньку садится. Сегодня ночью я обещаю вам, что я подготовлюсь и снесу этот памятник. Они против меня, я против них. Серьезно, я бы не был против, если бы они не строили его прямо здесь, прямо рядом с моим домом. И загораживают мне вид из окна, и загораживают мне солнце, понимаете? А, ладно, хорошо, фиг с ними. Короче, друзья, я, наверное, пошел отдыхать, посижу там, может быть, за компьютером, подожду ночи, и когда наступит ночь, я вооружусь специальными инструментами и пойду ломать этот памятник секретный. Да, друзья, я хочу его сломать, потому что меня это бесит, они вот постоянно страдают каким-то фанатизмом, из-за этого страдаю я. Все, короче, друзья, решено, ждем ночи. Опа, вот и ночь наступила. Ну что, друзья, вы готовы? Что мне для этого понадобится? Прямо сейчас пишите в комментариях, что мне взять отсюда для того, чтобы сломать эту огромную груду камней. Давайте, прямо сейчас пишите в комментариях, что мне нужно взять отсюда. Давайте, я буду читать уж комментарии. Так, возьми хлеба. Зачем мне хлеб, я не понимаю, на 5 секунд выхожу буквально. Возьми поножи. Поножи мне тоже не нужны. Возьми кирку. А, да, точно, друзья, кирка. Спасибо большое тому, кто это написал. Так, ну что, друзья, выходим. Так, выходим аккуратно. Давайте проверим, нет ли тут никого. Так, тут никого нет. Смотрите, там чья-то рука торчит. А, это в церкви кто-то там сидит. Так, хорошо, давайте обойдем. Тихо. Посмотрим с этой стороны. Тут тоже никого нету. Так, друзья, по идее, все чисто. Вы готовы к тому, чтобы ломать вот это вот все? Я готов. Все, давайте будем аккуратно подходить. Кирку в руки. И поехали. Давай. Отлично. Ломаем. Опа, все нормально. Ё-моё, смотрите, оттуда кто вылазит. Фу, это тут уже столько тараканов развелось. А, фу, господи, сколько же тут всяких мобов непонятных. Давайте. Ломаем. Ё-моё. Так, ломаем. Я, конечно, до конца ломать не буду, потому что мне будет это очень тяжело сделать. Я просто сломаю его до неузнаваемости, и жители потом решат сами его снести. Так, отлично, вот это ломаем. Ломаем, отлично. Так, это тоже ломаем. Так, все нормально. Вот давайте рамки тоже поломаем с палками. Так, давайте. Опа, и вот это сломаем. Так, теперь вот это сломаем. Ой, друзья, капец, как я устал. Давайте еще немного. Опа, вот это ломаем. Вот это. И вот это. Ух. Ух, друзья, это нелегко, конечно, да. Тут еще куча всяких тараканов, мошек, ё-моё. Сколько же тут завелось всякой живности непонятной. Опа. Все, друзья, смотрите, как все сильно поломал. Все, давайте быстрее забегаем домой. Так, уничтожаем все улики. Так, сбрасываем это все сюда. Фу, друзья, все. О, даже ночью светлее уже тут стало. Смотрите, свет теперь мне светит. Как же, друзья, хорошо. Но это еще не до конца. Они его, наверное, утром сегодня снесут. Да, они будут в шоке, когда проснутся. Это, конечно, жесть. Ну ладно, все, друзья, я пошел спать и ждем их реакцию. А, я уже на самом деле очень сильно устал. Что за гул там у меня? Ё-моё, кто мне там спать не мешает? Давайте выйдем все-таки. Ё-моё, что тут такое происходит? Я вообще-то спал. Ого, нифига себе, какое тут сборище людей. Посмотрите на него, проснулся этот уничтожитель. Чего? Вы о чем? Ой, кто-то уничтожил ваш памятник. Слушайте, а я не знаю, кто это, да. Я спал всю ночь очень крепко и хорошо, и... Я не знаю, да, это кто, поэтому ко мне никаких претензий нет. Я, конечно, его ненавидел, этот памятник, но сносить его я не сносил, конечно, нет. Не ври нам. Мы видели по камерам видеонаблюдения, как ты сломал этот памятник. Ой, не стоило тебе этого делать, деревня жителей. Ладно, хорошо, но вы сами напросились, вы меня задолбали. Почему именно тут? Почему нельзя было построить вон там? Или хотя бы на колодце, в крайнем случае. Но зачем его строить возле моего дома? Вы мне помешали, помешал я вам. Так что, пожалуйста, не надо тревожить меня и не надо мне угрожать. Ох, не стоило тебе этого делать, вот и деревня жителей. Да, говорите, что хотите, и не надо мне мешать жить в моем доме из-за своего какого-то памятника. Мне вообще не интересно, что у вас там происходит, что да как и что вообще интересного. Мне абсолютно наплевать. Я хочу жить и развиваться в Майнкрафте, а не страдать из-за вашего тупого памятника. Друзья, я надеюсь, что я прав. Я надеюсь, что вы меня поддерживаете, и ваши лайки мне очень сильно помогут. Так что не забывайте еще подписываться на мой канал. А, черт, что это такое было? Моя голова. Взрывайте его дом. Это ему за памятник. Черт возьми. Че? Скидывайте его в колодец, пусть там сдохнет. А? Чего? Эй, нет!
нет. Вы чё, с ума сошли? Эй, вытащите меня отсюда, вы чё, с дуба рухнули? Чёрт, друзья, меня сюда скинули, меня скинули в эту воду. Чё же мне теперь делать? Я отсюда явно сам не выберусь, потому что колодец очень скользкий, очень глубокий. Ну и тут долго я тоже не протяну, потому что плаваю я, во-первых, очень плохо, а во-вторых, тут огромная глубина. И я тут просто помру без еды и воды. Хотя, знаете, вода у меня есть, но еды все равно нету, черт. Как мне вылезти? Пишите в комментариях, срочно. Я не могу даже в полицию позвонить, у меня с собой телефона нет. Как мне вылезти? Помогайте, друзья, пишите прямо сейчас варианты в комментариях. Как же вылезти? А я посмотрю, снимать продолжение. Нужно ли вообще снимать продолжение, где я попробую вылезти из этого колодца? Если да, то жмите лайк и пишите «снимай продолжение». Продолжение. Ой, друзья, ну я не знаю, выберусь вообще отсюда или нет. Короче, я с вами временно прощаюсь. Давайте, друзья, до связи. Я пока что попробую как-то выкарабкаться.